Ребят, всем привет. О, Андрей, привет. Привет. Как у тебя дела? Да. Привет всем. Классно. Так, все супер. Да, я тоже очень рада тебя видеть. Давай, Андрюш, посиди. Все, молодцы. Там двери закрыли, ворота? Угу. Да, ребятки, я бы сегодня, знаете, на какую тему хотела поговорить? Я бы хотела поговорить про нашу любимую тему, да, про матрицу. Про вскрытие матрицы. И столько всего люди начинают рассказывать, столько всего люди начинают говорить. И это классно, что они говорят, безусловно. Но смотрите, еще какая. Ребята, потише там, хорошо? Хорошо. Все, давайте. Есть такое. Есть прошлое, настоящее и будущее. И вот пока ты находишься в настоящем между прошлым и будущим, между будущим и прошлым, ты всегда находишься в искусственном мире. И вот это вот, когда очень часто рассказывают, очень часто говорят, нужно быть здесь и сейчас, нужно думать вот об этом, нужно не уходить там в какие-то дебри, не копаться в своем прошлом, не структурировать свое будущее. Но если вы подумаете, то смотрите, любое прошлое, любое будущее, вы думаете, что вы его собираете и структурируете самостоятельно на том опыте, который есть у вас, пусть даже у вас из прошлых жизней. Но пока вы находитесь в состоянии здесь и сейчас, осознавая, что в вашем мире есть прошлое и есть будущее, то вы всегда находитесь в той картинке, которую вам дали, которую вам нарисовали, которую вам предоставили, чтобы вы подумали о ней как о своей. То есть, когда вы находитесь в настоящем, у вас становится, вы становитесь линейными, вы становитесь на одной черте, и неважно, прошлое это или будущее, вы все время находитесь в замкнутом круге, из которого вам сказали, что можно выбраться, находясь здесь и сейчас, познав прошлое, увидев будущее. И то есть здесь все придумывают, что ты в прошлом мог видеть. То есть ты же в прошлом ты можешь собрать из того максимума иллюзий, фэнтези, фантазий, сколлаборировать что-либо в своей голове и придумать, что уже было, либо что еще будет. Только на основании тех картинок, которые тебе всегда собирают в здесь и сейчас, создавая тебе единую черту, единую полосу твоей жизни, которая просто зацикливается кругом, из которого ты никогда не можешь выйти, потому что твоими картинками, твоими мыслями
всегда управляешь не ты сам. Всегда находишься вот на этой вот черточке, где ты себя пометил как настоящее, где ты себя отметил как прошлое и где ты себе постоянно помечаешь как будущее. Почему нам очень часто любят говорить про цели? Какие ты ставишь цели? А что ты познал, какой ты взял опыт из прошлого? Все время акцентируя внимание на том, что ты стоишь на этой черте, на единой черте. И вот как только ты пробуждаешься, ты видишь, что нет ни прошлого, ни будущего. Есть только тот клубок расширения, линейное расширение, расширение всего. Это что значит? То есть, смотрите, когда ты, ну, это любители слова пробуждаешься, это просто, чтобы было понятно, да, что такое. Когда ты это все осознаешь, то у тебя получается, что ты, у тебя нет ни прошлого, ни будущего. Оно не любого другого развития событий, оно все, ты его видишь единоразово, единовременно, сразу. То есть ты сразу же видишь себя, ты же не можешь себя перенести туда, либо туда. Ты видишь себя, неважно, в детстве, в юности, в следующем возрасте, ты всегда себя видишь, как, знаете, как такое, как бабушки вязали вот эту вот крючком, вот эту ажурную салфетку. Ты видишь этот весь ажур. То есть, например, я вижу сейчас себя сразу же во многих направлениях. То есть я вижу себя сейчас, как я говорю вот эту фразу, и у меня события идут вот сюда. Я вижу себя, что я говорю вот эту фразу, и события идут вот сюда. Говорю вот эту фразу, либо делаю делание, и жизнь идет вот сюда. И при каждом моменте у вас еще оно начинает ответвляться. И ты это все видишь, вот эти все моменты, ты все видишь как кружевную салфеточку. И это первая стадия пробуждения. И когда ты это все видишь, то ты себя собираешь воедино. Ты уже не становишься вот тем, тем, тем и тем. Ты становишься всем. Ты можешь быть и вот этим, и вот этим, и вот этим. И у тебя перестает быть линейная жизнь, из которой ты не можешь выбраться. Ты становишься сразу же всем, что ты осознаешь, ты становишься всем информационным полем, которое является знанием тебя. И вот эта вся кружевная, кружевная вот эта вот салфеточка твоей жизни, она, несомненно, неизбежно соприкасается, опыляется через каждого видящего, знающего себя. И вы становитесь едиными знаниями всего. Вы уже становитесь не индивидуально каждый сам по себе, а едиными знаниями в едином пространстве. Когда вы вышли вот из этого круга, из круга прошлого, будущего и настоящего. И тогда тебе не нужно быть только в одном каком-то месте, тогда ты можешь быть единовременно, единоразово во всех своих проявлениях, не испытывая горе, печаль, радость, а получая себя в каждом моменте времени, получая себя в каждом эпизоде, получая себя в каждом делании. И тогда у тебя уже тогда уже тебе получается
Не нужно будет сделать вот так-то или вот так-то. Вот эта паутина, паутина от каждого твоего действия, от каждого твоего действия расходится так, как только ты создаешь ее себе не деланием, а делание становится самим деланием. То есть тебе не нужно придумывать себе картинку чего-либо, ты становишься уже этой картинкой, потому что ты есть везде. Ты есть и с этой позиции, и с этой фразы, и с этого делания. Ты эти все моменты можешь прожить единоразово, единомоментно, не располовинивая себя на прошлое. А если я сделал в прошлом вот это вот действие, то что будет в будущем? Ты уже есть одномоментно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, как кружевная салфетка всего. И тогда для тебя нет выбора, что ты можешь сделать, а чего тебе не делать. У тебя тогда перестает быть момент того, что тебе нужно перейти куда-то, чтобы получить такой-то результат. У тебя всегда есть абсолютно разные результаты в моменте, во всех моментах единоразово, когда ты осознаешься в каждом моменте. Почему ты не хочешь поменять в какой-то момент, например, там, погоду? Как некоторые говорят, а можете ли вы поменять погоду? А зачем? Она есть разная на каждом этапе. И я уже в разной погоде на каждый момент своего времени. Я с разными людьми на каждом этапе своего времени. Это нужно просто осознать. И когда ты осознаешь, то ты уже не отслеживаешь себя там, там, там. Ты уже есть единое целое везде. Не знаю, ребятки, понятно или нет. Давайте сейчас почитаю вопросы. Так. Так, рада, рада. Так, в целом. Света, расскажи про щитовидную железу, пожалуйста. А что хотелось бы узнать про щитовидную железу? Хотелось бы узнать ваше мнение о дегте. Заранее благодарю. А, ребят, смотрите, как о любом продукте, о котором вы хотите узнать, вы хотите его узнать, чтобы прийти к другому состоянию вашего тела, либо внутреннего, либо внешнего. То есть внутреннее – это состояние внутренних органов, которые будут подсвечивать состояние внешнего мира, как вы можете воспринимать и давать реакцию во внешний мир. И если вам скажут, то есть не просто же так сделали состояние плацебо. Если вам скажут, что, например, вот эта вот волшебная ручка и все, что вы ей напишете, будет сбываться, и вам это будут говорить с самого детства, и куда-нибудь ее спрячут, и вы через какое-то время какими-нибудь усердиями, усилиями ее найдете, то все, что вы напишете ей, это действительно у вас начнет сбываться. Не потому что ручка такая, а потому что вы себе позволили, чтобы через вот это действие вы ощутили себя там, где вы есть еще и в другом процессе. Понимаете? То есть это как с сигаретами, да? Какие лучше сигареты курить? Легкие или как они называются-то? Крепкие. Это не имеет значения. Это все равно есть процесс курения и уничтожения себя. Ведь в том ракурсе, в котором привык человек себя видеть, это ну, плюс-минус 100 лет. Это же не тот ракурс, на что рассчитаны его внутренние органы.
И плюс-минус 5 лет за счет там курения, ну 10 лет за счет курения, выпивки или какое-то неправильное питание, они ничего не значат на фоне того, насколько рассчитано вообще ваше тело познание себя. Ведь человек рождается с абсолютно открытой памятью. И эта открытая память примерно до 3 лет, когда у ребенка можно спросить, и он тебе расскажет, что было в животике, как он умер в той или иной жизни. То есть у него есть это все видение, но он не может себе объяснить, что там он не умер. То есть если вы начнете его спрашивать, а ты там умер или еще что-то, он скажет, какие делания с ним были, какие действия с ним были. Но состояние смерти у него еще не отражается, потому что он знает, как быть везде на данном этапе. А потом его социальными программами закрывают. Он себя как бы не закрывает, он еще, у него нет такого, что себя закрыть, но все сделано для того, чтобы это было закрытие, иначе это будет не очень интересно. Это будет не очень интересно для знания, которое ткутся вот этой вот крючком жизни. Света, как исцелить гепатит Б и кисту в щитовидке? Ну, вообще, гепатит Б, это же, по большому счету, это же не печень, это кровь. И кровь, она у нас в течение жизни, вы, наверное, ни для кого не секрет, что она меняется. И крови, вообще кровь, она, это же не 8 групп крови, да? То есть первая положительная, отрицательная, вторая, третья, четвертая. Есть еще нулевая группа крови, ее называют золотая группа крови, да, которая всего у 2% населения, которая подходит вообще всем. Вот. И помимо этого есть еще, почему переливание крови делают, и, например, что-то не срастается. Какое-либо идет отторжение внутренних органов, там, либо еще что-то, либо билирубин вылазит, и видим вот эту вот желтушность. Это потому как не просто резус-фактор положительный, отрицательный, совпадает, не совпадает своим, но еще и вязкость. И мы про это говорили, и если я вам буду больше про это рассказывать, то как минимум эфир уберут, потому что несколько эфиров про кровь его уже убрали, и один из каналов мы восстанавливали. И такое тоже имеет место быть, оно, конечно же, есть. Вот. И что такое гепатит? Это кровь, и это в первую очередь непринятие самого себя, ну, так скажем, в этой реальности. Вот что такое гепатит. Почему вы не принимаете себя? Почему ваш внутренний мир не соответствует вашему внешнему? Что вы не... С чем вы не согласны в этом мире? Почему вы себя обманываете, почему вы себя выводите в это состояние, что да нет, все нормально. Это для вас это ненормально. Для начала вам нужно признаться, почему, а потом вам нужно понять, для чего вам это. Для чего вы свой мир омываете, что такое кровь? Это омовение всего организма, без чего не будут работать все органы, давайте так будем говорить. И почему ваш мир, вы не хотите его омыть так, запустить так, как вам хочется? Почему вы не согласны сами с собой? Почему вы не готовы воспринимать то, что есть вокруг вас? Кем вы являетесь вот в том мире, в котором вы живете? Почему вы себя чувствуете как один? Тот человек, который не может что-то поменять. Почему вы не видите себя в разных деланиях, в разных действиях, в разных состояниях, что я могу и это, то есть я могу быть, какой я могу быть? Я могу быть для кого-то, для себя, неважно, худой, толстой, красивой, некрасивой, умной, дурой, любой. Я могу быть и такой, и такой, но это не говорит о том, что я есть такая, потому что я просто есть. А оценку
вы даете только из состояния ограничения всегда. И как только вы снимаете ограничения, вы находите себя, кто я есть. А когда вы находите себя, кто я есть, то вокруг вас мир, он просто есть. И тогда вам не интересно себя, мало того, что заковывать в определенное тело, это как ваш панцирь, как ваше ограничение. Так вам еще становится и неинтересно быть не чтобы ваше тело вас носило в этой плотности, а чтобы вы носили это тело в этой плотности. Потому что когда вы носите это тело, когда оно у вас болеет, а болеет оно у вас почему? Потому что вы не готовы идти туда или туда. И чтобы вам остановиться, чтобы не познавать что-то, самый легкий способ, почему ты туда не пошел? Ты же не можешь сказать, там погода не такая, да? Своему всему я. Тебе проще сказать, что я туда не пошел, потому что самому себе почему ты не пошел? Ну, в развитие так назовем. Потому что тебе тяжело идти в больном теле, с больным телом. Ты его начинаешь на себе носить. Не оно тебя, не ты в нем, а ты его уже на ручках таскаешь, и тебе тяжело куда-то пойти. Это ты себя ограничиваешь, чтобы не познать себя большего, себя всеобъемлющего. И самое простое, самое распространенное, когда ты можешь себя остановить, когда любой может себя остановить, это что? Это любой гепатит, это то, что связано с кровью. Это рак, это самые простые заболевания. Гепатит, рак и ВИЧ. Но ВИЧ это немножечко другое, ВИЧ это именно несогласие. Я бы сказала, гендерное несогласие планетарного восприятия. Наверное, я бы так бы замахнулась, сказала. Да, ребятки, ставьте лайки, и тогда, может быть, кто-то увидит и этот эфир. Так, как исцелить шизофрению? Но смотрите, шизофрению вы спрашиваете про себя или вы спрашиваете про кого-то другого? Это очень важно. Если вы спрашиваете про себя, то вам бы не захотелось бы ее исцелять, потому что вы четко понимаете, что это просто есть еще другое восприятие вас, другие миры вас, где, возвращаясь в этот мир, вам становится неудобно. Это первый момент. А если вы говорите про исцелить кого-то другого, то начинайте исцелять себя. То есть это вы кого-то не принимаете, не ему так плохо, это вам неудобно быть больным человеком. Уроки Карлоса Кастаньеды. Ребятки, блин, я не читала ни одной книги Карлоса Кастаньеды, всегда о нем слышала, всегда очень много пыталась его начать читать, но у меня больше одного абзаца не выходило, как по каким-то причинам. Поэтому никогда не читала, не знаю, не могу сказать. Так, трудно понять, но мне это нравится. Понятно. Я не пойму, а что там тот фильм. Этот фильм или кино? Так. У меня в 10 такое первый раз было, как пятимерное восприятие в фильме «Люди в черном 3». Угу. Про погоду не поняла. Очень актуально для Москвы сейчас. Да. Хорошо, спасибо, Андрюш. Вы ко мне во сне приходили. Андрюш, это ты, что ли? В 10-м году. Так, Света. Мелофон у меня, да. Это клёво, Денис. Грибы ни разу, ребят, не пробовала. Не знаю, не могу сказать. А как воспринимать прошлые жизни? А почему ты думаешь, что ты их воспринимать можешь в прошлой жизни, как из прошлого? Это же, смотрите, что такое прошлое, да? Давайте еще раз тогда. Прошлое – это то, что вы можете вспомнить сейчас. А если вы сейчас это помните, значит, это сейчас существует. Существует то,
что вы себя идентифицировали как маленький. А почему вы думаете, что вот маленький, он не существует прямо сейчас, здесь же, в этом макраме? Почему вы думаете, что он уже где-то там? Его там нет, он прямо сейчас. Этот ребенок, этот взрослый через сколько-нибудь. Я, например, там, я мама, или там я какой-нибудь бизнесмен, или я там еще кто-то там. Это все существует здесь и сейчас, сразу же. Просто не разбивайте это на прошлое или на будущее, не делайте это в линейку. Попробуйте это увидеть, что это здесь и сейчас. Вы, ваша же, ваш мозг – это не ваша память. Это тот ваш компьютер, который вам позволяет находиться сразу везде. И как только у вас объединяется вот этот компьютер вот с этим, и вот с этим, вот это вот трио, то тогда вы находитесь сразу же и везде. Вам не нужно будет делить себя на прошлое, на маленького. Вы уже есть маленький здесь и сейчас, в этот же самый момент. И как только вы... Почему... Вот смотрите, тоже такой момент, когда многие психологи начинают прорабатывать какую-то ситуацию и выкидывают вас, например... состояние детства. А вот вспомни, что там вот такое вот было. Это же как бы распространенный пример, да? И вас начинают выкидывать в детстве, и ты в детстве, ты вспоминаешь себя в детстве, как ты отреагировал на какую-то ситуацию. Ты это все вспоминаешь, заходишь в эту боль. Как ты можешь в эту боль зайти? Только своим состоянием, только то, что ты помнишь, как тебе было больно. Сейчас ты это помнишь. И ты из этой, из состояния сейчас, из этой боли, думаешь, что ты переносишься туда, в состояние детства этой боли, трансформируешь ее из состояния осознанности, на какой-то стадии осознанности сейчас, трансформируешь ее, и тогда ты просто не видишь вот этого куска, где ты поменялся уже сейчас, и такой, ху, все, я с этим разобрался, теперь мне это больше не нужно, что-либо. Но по факту, что произошло? Ты же никуда не перенесся. Ты просто и этот маленький человек, он тоже здесь и сейчас. И вот это вот состояние, которое ты вспоминаешь, память-то где, это то же самое, что здесь и сейчас ты это сейчас сделал. Если у тебя сейчас отбить память, просто отбить, ну не знаю, каким физическим способом, то ты туда не вернешься, ты не прочувствуешь. У тебя оно обрезалось, но ты же там был, ты же родился не сразу же там 30-летним, 40-летним, 50-летним. Оно же у тебя все равно было, а тебе обрезали-то что? Тебе обрезали вот это вот расстояние жизни? Нет ведь, тебе просто обрезали восприятие, другое восприятие сделать, чтобы ты просто туда, в это восприятие, в это макраме не пошел. Но оно у тебя точно так же было и точно так же есть. Тебе просто нужно... восстановить префронтальную кору, почему она у тебя так сработала, почему твой процессор вышел из рабочего состояния, почему ты это, допустим, почему тебе стало это удобно сделать, почему ты всю эту ситуацию создал настолько, чтобы тебе вообще вот это вот как не вспоминать, что ты есть и маленький, ты с маленького, ты с любого возраста, с любой прошлой, прошлая жизнь, она тоже есть, она вся вот здесь в твоем ДНК. Она, ты не переносишься, ты не улетаешь там физически в другой мир, где все меняется. Это все есть здесь и сейчас, в моменте, всегда с тобой. С тобой всегда есть все твои жизни и все твои будущие жизни, потому что ни прошлого, ни будущего не существует. Всегда все это есть. И как только ты выходишь вот из этого колесика, из вот этого прошлое, будущее, настоящее, настоящее, прошлое, будущее, ты начинаешь видеть не вот это вот колечко. Никогда не задумывались, да, почему, как когда выходят замуж, что это вот колечко. Они себя оставляют на том уровне, на котором как бы фиксируют, маринуют. Ну, об этом мы потом поговорим, если хотите. И ты тогда выходишь вот из этого вот состояния колечка, вот так вот, все, ты уже пошел так, и ты себя видишь в моменте, в любом состоянии. А я вот здесь вот маленький, что мне нужно сделать маленькому,
Я же тут есть, я же никуда не ушел. Я вам, когда говорят, в тебе там, в тебе ребенок говорит, в тебе еще что-то, он всегда есть, и в тебе есть все сразу же одномоментно. И это нужно не вспомнить, а осознать, принять, увидеть и быть в этом процессе сразу же, всегда. И когда ты в этом процессе, тебе не нужно придумывать, что тебе нужно еще сделать, как тебе нужно прожить, как тебе нужно что-либо сделать для того-то, для того. Ты уже все это есть. Один делает вот это, там, мне нужно постирать, а мне нужно там побегать. Ты уже есть и в постирушках, и в побегушках. Ты везде сразу есть. Как только ты осознаешь себя. Тата. Как исцелить бесплодие? Ну, во-первых, нужно понимать, для чего. Что такое исцелить бесплодие? Это предполагается, что чтобы у тебя был ребенок. Ты хочешь себя продолжать, чтобы что? Тебя себе одной не хватает? Ты должна четко понимать, что за этим стоит. То есть бесплодие как такового его нет, если тебе нужно продолжение себя. Для чего тебя продолжать? Если ты хочешь, чтобы рядом с тобой был другой маленький человек, ты можешь взять и ездить дома. Это как бы... Я сейчас не говорю о тех вот, ну, скажем так, о земных вещах, да, а как принять ребенка другого, как еще что-то. Я не про это. Я говорю, чтобы ты заглянула в себя. Что для тебя быть бесплодной? Это когда ты не можешь продолжить саму себя. Почему ты остановила саму себя? Почему у тебя нет ценности самой себя, что ты считаешь, что тебя не надо продолжать? Это вы себе вырастили новые зубы? Ну, не все, да. Есть у меня новые зубы. Здравствуйте, моего сына 9 лет, и у меня СДВГ. Тяжело жить под одной крышей. Может быть, вы что-то скажете по этому поводу? Благодарю. Но, смотрите, тяжело жить – это же только ваше восприятие. Почему вам тяжело жить? Какой вы не хотите получить для себя опыт? Какой вы не хотите предоставить для вашего сына опыт? Почему вы отказываетесь от этого? Что вас тяготит? Ведь тяготит может только то, что вы не принимаете. Если вы что-то приняли, оно уже просто есть. Почему для вас это сложно? Это же другой вопрос. Если для вас это сложно, значит, вы что-то не готовы сделать, принять, понять саму себя, то есть ваша какая-то часть вас вами не познана, вы туда не уходите, вы туда не идете, чтобы увидеть какие-то моменты самой себя. И когда вас выталкивает ваше состояние, состояние вашего ребенка туда, вам это больно принять себя, часть себя какую-то. Какую часть вы не готовы принять? Ревматоидный артрит – это о чем мне надо задуматься? Очень много думаешь о других, не думаешь о себе. Ставишь других на первое место, и в глубине души очень часто не можешь понять, а чё, почему так-то? Я вот для них вон сколько, они для меня не вот так вот, не алё. Это всегда, когда ты превозносишь кого-то другого больше, чем себя, чтобы быть хорошей. Для чего тебе быть хорошей? Будь плохой, дрянной. Света, а еда – это и есть сущности, которые ее хотят? Ведь тело-то не хочет. А чувство как за грудь тянет и говорит, давай, поеди. Это и есть гидра. Это к этому приходили несколько поколений, чтобы… Давайте не буду «чтобы», да, чтобы туда не углубляться далеко. Я бы сказала, что когда вы просыпаетесь, может быть, так это назвать, да, то вами не могут управлять никакие сущности, никакие гидры. Вы все это видите как на ладони. И даже когда в вас кто-то залазит, вы просто туда вот смотрите. Ну, то есть представьте себе, что вы, чтобы было понятно, да, какая-то клеточка. Клеточка не в смысле замкнутость, а просто что клетка там
просвечивает она, да, потому что там решетка. И вы видите себя, как эту клетку, как изнутри, так и снаружи. Вам не важно, где вы просто видите себя, себя, как вы, единый воздух циркулирует и в клетке, и везде. То есть вы все есть, и в то же время вы понимаете, где вы заканчиваетесь физически. И когда у вас в клетку, например, залезает хомячок, вы уже не, вам уже не становится страшно, что он там съест что-то, что ему не перегрызет там какую-то рейку, там еще что-то. Вы просто это видите. И когда вы это видите, вы можете повернуться, развернуться, убрать свою клеточку. Но у вас нет страха, у вас нет непринятия, у вас есть только наблюдатель наблюдаемого. Это потому что этот хомячок, это там гидра, там еще что-то. Это есть все то, что есть в том же пространстве, в котором есть вы. И вы либо делаете для этого благоприятную среду, либо не делаете, смотря какой у вас запрос на данный момент своего какого-то развития, познания себя. И когда вы говорите, что там тело же не хочет, а хочет голова, не отцепляйте голову от самого себя никогда, иначе ваши внутренние органы будут страдать. И когда внутренние органы страдают, дается сигнал СОС в голову. И вот у вас получается замкнутый круг. А вы разберитесь, что у вас происходит на первом дне, на втором дне. Вот у меня сейчас начался марафон, где мы с ребятами, где я с ребятами рассказываю, что происходит на первый день, что на второй день, что такое голод, как он работает, что срабатывает в печени. Очень часто вот эти вот зажимы в печень, да, вот эти вот не зажимы, а что перегиб, да, в печени у многих людей. Что это значит? Что происходит с кровью? Почему она густеет? Что происходит с почками, когда они находятся в этом состоянии? Как работает мочеполовая система? Что происходит там в первые дни? Потом уже мы пойдем в последующие, то есть сегодня только первый день у нас. И когда вы знаете, что с вами происходит, тогда не голова уже, она не может давать сос, она уже такая, все понятно. И тело начинает перестраиваться под другое, потому что вы четко знаете, что с вами происходит. И на физическом уровне, и на психологическом уровне. И тогда вы спокойно идете в любые дни, сколько бы их ни было. Потому что вы знаете каждый процесс, и тогда вам голова не будет выплескивать гормон страха. Потому что нет его, не за что переживать. Она все себе разложила по полочкам, голова все разложила. И поэтому каждое состояние слабости, еще что-то, она к этому приходит как благости, потому что она знает, что происходит в каждый момент времени, что с внутренним, то и с внешним миром. Что у вас с губами? Коррекция будет. Ничего у меня, ребят, с губами нет. У меня есть брекеты, и когда люди ставят брекеты, они становятся более объемными. Если вы посмотрите мои давнишние старые ролики, то вы увидите, что у меня губы были всегда такие, просто с брекетами они стали немножечко наружу. Но если я их подкрашу карандашом, то они бывают больше. Сегодня они подкрашены карандашом, поэтому они больше. У меня ничего не держится, ничего мне как закачать нельзя. Оно в любом случае все будет выходить. Это бесполезно. Мне постоянно задают этот вопрос, но вот так вот. На молоке можно очищать тело от токсинов? Ребят, я никогда не пробовала на молоке, я не знаю, попробуйте, может, вам это зайдет. Я могу сказать, что от обычного молока у меня был сильный отек, ну, я же астматик, вот, и у меня... И дети у меня не пьют молоко, хотя они его, в принципе, как молоко любят, но уже много лет не пьют, потому что тоже, как только выпьют, где-то там еще, ну, не знаю, там, может, где-то угостили, еще что-то там в школе, то начинается кашель. То есть молочную продукцию мы не берем. Какое-нибудь растительное молоко. Растительное молоко они, да, пьют. Поэтому, если вам хочется на молоке, ну, попробуйте. Я, так как я сама прошла не очень приятный опыт с молоком, поэтому я ребятам его не советую.
Но ни в коем случае, ни в какое отрицание не иду. Может быть, вам подойдет. Только это сесть на бидон про молоко. Да, возможно. Светлана, как залететь в тот процесс, который вчера начался? Как залететь в тот процесс? Под каждым видео есть контакты. Если вы есть в Телеграме, в Телеграме есть группа, в любую группу, вы, наверное, есть в группах, не знаю, школа автономии, просветление или просто Лаврова Светлана, есть группа, вы туда присоединяетесь, напишите вопрос, ну, в принципе, там все есть в закрепах, но напишите вопрос, вам администратор ответит быстро. Вот, и скажет, как, куда обратиться, что нужно сделать, чтобы попасть в эту группу. Можно присоединиться на любом этапе, но чем раньше, тем лучше, потому что я же там вживую отвечаю на вопросы на какие-то, и поэтому проще, когда вживую, когда вы не в записи просто смотрите. Вот, поэтому присоединяйтесь. Так, спасибо за ответ. Как вы думаете, может вырасти зуб, если на месте еще остается корень? Или, например, штифт? Ну, конечно, может, но я могу сказать, что я вот ребятам показывала снимки, да, свои, например. То есть у меня сидел хорошо зуб, и под ним был другой. И вот, чтобы он не пошел в десну криво, мне просто вот этот вот, за которым он рос, мне его удалили, и тот просто пророс верный. Ну, еще и пророс почему? Потому что я уже была в брекетах, его просто подклеили потом брекет, и он начал прорастать как бы правильно. А так он бы, если бы его с ним ничего не делалось, то он бы просто криво вырос. Я не думаю, что он бы выдавил его, потому что уже корни такие достаточно плотные. Но в любом случае, если у вас это есть, если у вас начинается рост зубов, вы все равно это не проходит безболезненно. Это прям так, и десны чешутся не по-детски, это уже не как у деток вот эти вот молочные десенки, да? Это прям корни зубов чешутся, это ну, не очень приятно, я вам так скажу. Прям совсем. Поэтому да, есть. Здравствуйте, сообщение пропало или прослушал ответ. Как активировать память клеток? А что значит активировать память клеток? У нас вообще все клетки, они, вот все клетки, которые у вас есть, они активированы. Если у вас нет какого-то восприятия чего-то, тогда нужно понимать, а зачем вы его скрываете? То есть, что такое для вас вообще память? Давайте с этого начнем. Память — это чтобы помнить, куда вы ключи положили сегодня. Или память, чтобы вспомнить, что было, себя увидеть, что было, например, там, как я покинула предыдущую жизнь. Да, то есть вот эти моменты. Но это же не тогда было, а это находится в... И это есть здесь и сейчас. То есть, ну, может быть, можно сказать, что в параллельной реальности, но эти все реальности, они не параллельны, они единомоментны, единоразово сейчас находятся везде, каждый момент времени. И если вы их не видите, то вы их не видите, чтобы что? Какой опыт вы хотите пройти повторно? Какой опыт вы не готовы себе простить? То есть, смотрите, мы же очень часто люди не видят, ну, давайте назовем, чтобы было понятно, прошлые жизни, да? Не потому, что их не видно, не потому, что у вас что-то с головой, с памятью или с восприятием, а потому что у вас есть такое мнение на эту жизнь, так скажем, да? Ну, например, если... Женщина или мужчина там осуждает, пусть даже где-то в глубине души, осуждает, например, какой-то образ жизни, там, не знаю, там, мясоедов, проституцию, там, еще что-то. Ну вот он осуждает, вот негодяйки там, или там негодяи, или там однополые какие-то, неважно, вот что-то вот он осуждает.
То с чего вы взяли, что им, чтобы он себя не загрыз, что он вспомнит другую жизнь, в которой, например, он проходил подобный опыт. А что он с этим будет делать, если он здесь вот сейчас? То есть он же его просто не примет. Он же не просто так, да, а я вспомнил, что это было. То есть он это, даже если вспомнит, его память скажет, не, ну с нами-то точно это не случится. Но мы же не такие нехорошие люди. Не-не-не, это вообще не про нас. Мы вообще с тобой молодцы, мы все правильно делаем, у нас есть правила, по которым мы все живем. Вот. И поэтому, если вы что-то не видите, какие-то свои, свой другой опыт, давайте так назовем это, да, другие жизни, другой опыт, это лишь только потому, что вы не можете еще в этом осознании себя принять все, что есть, без осуждения, без того, что это плохо, без того, что это больно, без того, что это неправильно, без того, что это там не физиологично, там много-много всего. Как только вы доходите до состояния самого себя, что нет в этом осуждения, это просто есть, это просто факт. Плохо или хорошо, это тоже не может иметь места, это просто есть. И когда вы доходите до этих состояний, тогда у вас открывается, вы сами себе открываетесь во всех моментах единовременно. Только после этого вы можете принять и себя в том числе, потому что все проходит через вас. И если вам что-то не открывается, если вы что-то не видите себя в том числе и в параллельных реальностях, можно так назвать, как вам угодно назовите, то это только лишь потому, что вы не можете принять все то, что есть вокруг вас. Что-то принимаете, а что-то все равно через какой-то скрежет. Но вот это все равно неправильно, но вот это же все равно больно, но это же все равно вот неверно, это же все равно еще что-то. Это просто ваше восприятие. Но по факту, как бы вы к этому ни относились, к любому событию, оно ведь просто есть. И вы о нем узнали не потому, что у вас какое-то отношение к нему, а просто потому, что оно есть. И как только вы поймете, что все, что происходит с вами, в вашем мире, неважно, это не хорошо и не плохо, это просто факт того, что это есть, и факт того, что вы это можете видеть. И вы просто можете поблагодарить за то, что вы это увидели, что вас не отмел ваш мозг это, не ушел там, кто-то говорит, я почему-то все время вижу только плохое. Вот, видимо, я такой человек, я нацелен на негатив, все время вижу только плохое. И за это тоже поблагодарите. Вы же видите вот это вот плохое, потому что с вами что-то случается определенное, то, что вы в себе еще и это должны проработать. Вы же видите плохое, потому что вы это интерпретировали как плохое. А это ведь просто факт. Это плохое только в вашем мире, потому что вам так сказали, что это плохо. Что вам так сказали, что от этого будут страдать еще и другие. Что вот это может интерпретироваться еще и вот так. А по факту это просто есть. И какой ярлык вы вешаете, это всего лишь ваш ярлык из вашего огромного шкафа, огромного шифонера непринятия, где у вас там целый гардероб этого непринятия висит. И очень красиво сложено по коробочкам. Все вот эти все суждения, все непринятия, которые вы периодически достаете и вешаете на новые какие-то видения, новый ярлычок. И чем больше у вас вот этих ярлычков непринятия, некрасивости, ненужности, боли, страдания, любви. Неважно чего, вы же ярлык вешаете не только на плохое, но и на хорошее. А вот это вот так хорошо. А это тоже нехорошо, это тоже просто факт, это тоже просто есть. Но вы просто создаете себе те ярлыки, вы создаете себе гардеробную с каждым годом все больше и больше, в которой есть вообще все. Вы на все можете повешать ярлык. А когда вы и факт того, что это просто есть, это же внутреннее просто ощущение. Это же не то, что вы себе говорите, но это просто есть. Я это пропущу. Я на это не буду никак реагировать. Когда вы дойдете до состояния, когда вы не том, что не будете на это реагировать, а просто, а разве может быть, и на это может быть реакция? Реакция — это что? Это всего лишь восприятие
социальной общины. Как социальная община вам сказала вот это принимать? То есть в одном месте, вот этот частый пример, который я привожу, да, в одном социальном круге смерть – это горе, в другом социальном обществе смерть – это радость, что человек ушел в следующий мир. А факт один и тот же. Человек, вот, все, он лежит. Факт один и тот же. Но вокруг него разыгрываются абсолютно разные события с разными внутренними ощущениями. Причем это же не просто сказали так. А ты настолько этим проникся, вот этим социальным ермом, что ты стал это чувствовать. Ты стал чувствовать на похоронах боль. Или ты стал чувствовать на похоронах радость из другого, например, социума. Ты это начинаешь чувствовать. Ты не просто это начинаешь, ну, как бы, да. Ты начинаешь этим быть. И когда ты изнутри вот это все убираешь, когда ты изнутри это перестаешь интерпретировать как что-либо, как какую-либо социальную программу, а быть просто быть, то тогда ты начинаешь видеть и другие вещи, которые просто есть. Иначе в другом состоянии, пока у тебя есть какое-либо социальное ярмо, этот ярлычок, ты не увидишь каких-то моментов, потому что твой мозг просто не даст тебе это увидеть. Твой мозг будет тебе говорить, что хорошо это или плохо. И тогда он тебя будет, чтобы ты не сошел с ума, ну, образно, да, предотвращать от каких-то моментов, чтобы тебе проще жилось. По твоему мнению, проще жилось. И когда ты это в себе переносишь на состояние, ну, легкости, можно сказать. Это даже не состояние легкости, это просто состояние невесомости, это же не состояние легкости. Состояние невесомости может быть и легкий предмет, и тяжелый предмет, все. Это просто состояние невесомости, это как состояние того, что ты есть все. Ты не можешь себе сказать, что правая рука у меня хорошая, а левая вот плохая. Вот за это я вот на правой руке буду там стричь ногти, а на левой пусть растут себе как хрен знает что, не буду стричь. Вот она у меня плохая. У тебя же этого нет, у тебя же просто есть факт того, что у тебя есть две руки. Факт того, что там пришло время подстричь ногти. Факт еще каких-то от тех вещей, в которых ты не вкладываешь какого-то глубокого смысла, а ты просто делаешь делание. И потом это делание выходит на какие-то другие моменты. И чем больше ты просто делаешь делание, тем больше ты замечаешь вокруг тех вещей, которые раньше не позволял себе из-за ярлыков. У тебя ярлычки закрывали все пространство. Чем больше ты их убираешь, тем шире ты смотришь и видишь это все. Тогда для тебя не стоит момента, что есть прошлое, есть будущее. Оно просто всегда есть. Не там где-то, а всегда есть здесь. И когда ты это чувствуешь, не просто головой начинаешь осознавать, не просто там, а, ну да, вот она это сказала. То есть вот вы когда начнете вот этот эфир переслушивать, вы услышите эти вещи со второго, с третьего раза, там еще с какого-то, неважно. Вы их начнете, они начнутся распаковывать внутри вас с каждым разом по-другому. И вы будете понимать, о чем я говорю. И вы будете понимать, блин, это же такие простые вещи. Это же настолько все элементарно, настолько все просто. Никто же не говорит какие-то там волшебные вещи. Это все просто. И ты начинаешь это просто видеть. Ты начинаешь поворачивать сюда голову. И видеть вот это. И для тебя становится уже твой мир. Он не становится другим, не того, что вода мокрее, трава зеленее, а он становится быть таким, какой он есть, без прикрас, без социального нажима. И он у тебя почему переворачивается, твой мир? Не потому, что он пахнет как-то по-другому, а потому что ты его уже видишь таким, какой он есть. Без своих хотелок, без своих непринятий. Просто факт.
Ясно, спасибо. Значит, лучше удалить. Да, не, да, Игорь, смотрите сами. Если у вас еще ничего не выросло, что вы будете удалять? Когда будет, все решайте по мере поступления. Мой вопрос пропустили выше, плиз. Так, а я, наверное, не найду. Напишите еще, ребят, пожалуйста. Просто не знаю, какой вопрос я пропустила. Потому что там еще какой-то удаленный вопрос. Дошло. По-крупному приняла, а по мелочи топчусь. Здорово. Уже хорошо. Нужно ли пробуждать кундалини, или это естественный процесс, когда время пройдет? Благодарю. Ребят, я вот этих всех штучек не знаю обозначений. Я уже об этом говорила. Ну, не такая грамотная, как вы в этих вопросах. Поэтому я вам не могу сказать. Я могу сказать, что как только вы убираете все вот эти моменты непринятия самого себя, нужно пробуждать, что-то не пробуждать. А что вы собираетесь пробуждать или не пробуждать? С чего вы взяли, что вы не пробуждены? Вы же повесили ярлык непробужденности или пробужденности. Что это вообще такое, пробужденность или непробужденность? Это всего лишь состояние честности перед самим собой, и все. Вы можете это назвать хоть какими красивыми словами, там 7 чакр, 27 тел, я не знаю, там еще что-то, всякой херни можете напридумывать и идти к чему-то там. Но это же просто обозначение, чтобы просто это сделать пошагово, как вы видите. Но это пошагово. Ну, я, например, никогда так не шла, мне это было неинтересно. И, например, ребятам на своих ретритах я никаких пошагово не говорю. Я им сразу же показываю, как оно есть. Это несложно. И когда вот это вот все вываливаешь, и они такие через какое-то время: «О, а что, так можно было?» Да, да, это все просто. Это все не нужно что-то там пробуждать. Вот я даже не понимаю, вы меня спрашиваете, нужно ли пробуждать кундалини. Я не знаю, что это такое. Когда вы видите картину целиком, все, когда вы видите целиком, то для вас уже не имеет значения вот эти вот точечные промежуточные варианты. То есть, когда вы прочитали книгу какую-то, да, у вас что? У вас есть восприятие всего того, что вы можете себе... Не то, что написал автор, да, писатель, а то, что вы смогли в себе... То есть он может вот столько написать, а вы себе вот столько прочитали. Или он может вот столько написать, а вы себе вот столько прочитали. Но вы же вот в этом начинаете вращаться. Вы же не возвращаетесь к тому, к этой книге, и говорите... Когда про эту книгу думаете, вы же не думаете, каким шрифтом она была написана, да? А сколько глав в ней было, там еще что-то. Вы об этом не думаете, вы думаете об общем восприятии. И я вас веду к общему восприятию себя, не к точечным каким-то пробежкам, да, вот до этого добежали, там запыхались, отдышались, до этого добежали, запыхались, отбежали. Вот. И тогда у вас начинает быть акцент на точечности. Вы больше думаете не как вам дойти до медали, да, а вы уже думаете, а как вам пройти и пробежать еще вот эти вот 100 метров, где будет передышка. Потому что если вы будете думать о медали, то вы про передышку-то забудете, вы побежите, 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 и будете к ней бежать. И когда вы останавливайтесь на этих мелких передышках, а как мне вот это пробудить, а вот это вот, а там, я не знаю, там, кундалини, там, подышать маткой, подышать там, и, не знаю, там, пописать ухом, что-то там еще сделать. Если для вас это на сегодняшний день какой-то момент, за который вы можете себя похвалить, и вам будет в этот момент хорошо, ну, сделайте себе хорошо вот таким способом. А если вы идете к другим каким-то пространством, то, наверное, все-таки нужно сразу же себя видеть со всех сторон. Вы же всеобъемлющий. И тогда вам не будет состояния быть, что-то нужно пробуждать. Вы уже все пробужденные.
Вам просто нужно скинуть вот эти вот социальные одежды, социальное бремя вот этого всего. И тогда для вас будет другой мир построен. Вы его построите сами для себя, с собой. Другой мир построить – это значит не что-то новое сотворить. Оно уже все давно сотворено без вас. Без вас вот сотворено вами же. Потому что кто этот мир без вас? Что он будет делать без вас, если вас не будет? Ни мира без вас существовать не будет, ни вы без мира. Но чем больше вы себя отщепляете от него, тем больше вы становитесь ненужны для этого мира, и он вам становится ненужным. Вот я такая личность, такая индивидуальность. Раз себя отщепили, ну вот. Вот, ребят, пишите вопросы, я, наверное, буду заканчивать, вопросов пока больше нет. Я вас всех благодарю за эфир, благодарю за вопросы. Если что-то непонятно, если что-то хотите задать, какие-то просто не стесняйтесь, задавайте. Если нужно будет куда-то присоединиться, то все контакты всегда есть под видео. Всегда вы можете присоединиться к Телеграму, там несколько групп, и там задать вопросы, вам обязательно ответят. Я вас всех обнимаю, всем спасибо, спасибо большое, огромное, что были со мной. Всем пока!